Здорово, народ, с вами Тед Мосби. Я надеюсь, вы отдохнули. Потому что я отдохнул. Ага. В общем, это летсплей с игрой под названием Project Warlock. Она, кстати, прикольная, я так посмотрел. Видимо, создатели этой игры такие: нам нужно разработать игру. И будем опираться на что-то очень старое. Возьмем Doom, Hexen и Wolfenstein. Из всего играл только в Doom. И меня очень привлекла эта игрушка, поэтому я такой: ну, стоит, наверное, в нее поиграть. Что ж, давайте начнем. Хо-хоу. Привет. Вау. Что ж, сразу с места в карьер, как говорится. На меня нападают какие-то жуки. Так, а у него заканчиваются патроны? Что у меня еще есть? Что это такое? А, это нож, да? Я что могу с ним делать? Ничего. Есть топор. Паутина. Вау. Здравствуйте. Так, опять паутина. Они еще что-то кидают. Летучая мышь. А их там что-то много. Так, у меня заканчиваются патроны, я так понял, да? На этой штуке. Вау. Я очень боюсь на нее попасть. Что-то очень неприятное и кровавое. Короче, нужно на них лезть просто на рожон. Вау. Откуда ты взялся? Тут есть еще секретные ходы, это прикольно. Ага, это мана? Я надеюсь, это мана. Отлично. Блин, клево, здесь как бы старый графон, но новый. Он улучшенный, воу. А ну-ка, маленький Бэтмен, иди сюда. Я телепортнулся? Или нет? Нет, мне показалось. Так. Нам нужно нажать сюда, видимо. Как это сделать, я не знаю. Все, я понял. Я вас понял, ребята, ага. Убить 20 предметов, 16. Тайники 0, и как? А, 0 из 0, угу. То есть их там и не было, да? Я думал, это был тайник. Значит, в этой игре еще все сложнее, чем я думал. О, вот это взрывы тут происходят. Крутотенечко. А я могу что-то использовать? Так, где здесь боссы? Что-то могу улучшить. Купить? Нет. Нет, спасибо. Так, что такое? Блин, у меня только одна. Камон. Компьютер. Окей, здесь есть босс. Это портал? Ага, отправляемся. Ой, а кто этот старый друзья, да? Одним ударом просто вас увалил. Что ж вы такие занежите? Легкие. Открывайся. Но. О, но. Так. Выпьем маны. Блин, игрушка в натуре. Оу, клевая. Как видите, на меня тут летают голые женщины из преисподней. Я как бы не против такого, но если они меня будут... Что за херня? Я сейчас дико обосрался. Что это за... Вау. Блин, игрушка в натуре просто отпадная. Ключик. Вау, откуда вы взялись? Да чё ж вас так много-то? Знаете, ну тут не так уж и сложно, в принципе. Я случайно, честно, я случайно его нашел. О боже, еще кто-то тут. У меня больше нет никакого оружия. Как я нашел этот тайник? Почему он на карте не обозначен? Давай. Они очень противно кричат, просто очень противно. 1 января, когда мне было плохо, я примерно так же кричал. Что только в туалете. Слышь, чепушила, рукастый, со мной лучше не связываться. Видимо, никого. О, лифт. Так, пацаны. Я понимаю, там все вот такое, да? Ой, фак! Да, конечно, эти ребятки не умеют пугать. Но это уже становится слишком предсказуемым, то, что они за каждой дверью стоят. Ох, это нежить! Теперь отправляемся вниз.
смысле мне конец? Я даже не понял, что произошло. Да господи, давай же умришь ты. Почему ты защищаешься щитом? Давно проверено, что пули пробивают щит. Окей. А у меня есть граната? UB-72. Уровень пройден. Знаете, мне немножко неудобно то, что у меня всего лишь 18 хп. Окей, окей, я зажат. Но не сломлен. Сколько вас? У вас что там, притон мышиный? Сейчас я еще здесь открою потайной ход. Наверное. Я не уверен. Ладно. Так. Ну, уже неплохо. Действительно саново. Но начинать мне вот это вот заново не очень хочется. И сюда. Ладно, походу мне нужно сюда. Так, здравствуйте, меня зовут. Так. Здравствуйте, я представляю компанию Reflame. Пожалуйста, не убивайте меня. Вроде все неплохо. О, черт. Очень клевая анимация. Все очень здорово. Ха. Ага. Так, ну я туда пришел. Значит, мне надо вот сюда. Не надо. Надо вот сюда, не надо. Что-то это подозрительно. Чуваки, я честно, я не играл в нее. А вот просто мне показалось подозрительным, и я решил. Ой, открыть. Эники-беники, еле вареньки. Окей. Вы живы? А, я понял. Ключ! Нужен фиолетовый ключ. Где мне его достать? Вот где-то здесь, да, наверное? Простите. Вы фиолетовый ключ не видели? А вы? Ладно. Окей. О, откуда ты взялась? Так, секунду. Я заберу свое. Так, господи, чё ж вы все время за мной-то летаете? Окей. Здравствуйте. Угу. Я так понимаю, мне сюда? Слушайте, я начинаю запутываться. Эти ваши лабиринты, ух. Черт возьми. И я вышел снова сюда. Ах! Господи. Что произошло? Почему все лагает? Иди сюда. Я тебя видел. Еще один уровень пройден. Так, ну что ж, здесь, я думаю, будет посложнее. Но я думаю, здесь уже я сам разберусь, да? Нечестно, что здесь делают огнетушители. В общем, на этом все. Спасибо, что посмотрели. С вами был Тед Мосби. Подписывайтесь на канал, ставьте свои комментарии, ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Всем удачи и всем пока.